есть категория лиц, которые состоящие на учете, которые состоят на учете в исполнительной службе, и скрываются от явки на регистрацию, например. Так устроено законодательство наше, что данная норма подчинена и уголовно-исполнительной инспекции, и милиции, ни одной из структуры. То есть там есть розыск, участковая служба. И возникает вопрос при розыске данной категории лиц, то есть перетягивание одеяла, говорят простым языком, то есть, или сбрасывание функций. Участковая служба не хочет заниматься розыском, разыскная служба, не желает заниматься розыском данной категории лиц, поэтому приходится заниматься нами. Хотя законом о милиции строго определено, что занимается розыском данной категории лиц сотрудники внутренних дел. Вот поэтому возникают такие курьезы. Скажем так, это не курьез, а правовой пробел, я считаю.